Не первый год одна из главных характеристик следствия Брещины – высокая оперативность. Более половины уголовных дел, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям, в 2016-м расследованы в срок до одного месяца. В некоторых подразделениях эта цифра и вовсе перешагнула 60-процентный рубеж. Решение еще одной важной задачи – оперативного и максимально полного возмещения ущерба – также имеет положительные тенденции. Показатель этот в течение года вырос в полтора раза. Я могу с удовлетворением отметить, что по итогам работы за 2016 год, в соответствии с критериями оценки эффективности следственной работы в пределах республики, Управление Следственного комитета по области заняло первое место. Это важнейший наш показатель, и мне очень отрадно, что именно следователи Брещины сильнейшие в республике. Кроме того, Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета в своей категории отделов также занял абсолютно первое место. И понятно, что и в пределах области это лучшее следственное подразделение. Следователи Брещины ориентированы не только на установление фактов нарушения закона, наказание виновных и устранение последствий. Большое внимание уделяется профилактике. Интенсивная работа и тесное сотрудничество с иными заинтересованными ведомствами региона позволили существенно повлиять на уровень преступности. В 2016-м он стал ниже более чем на 10%. Качественному выполнению задач способствовала и реализация комплекса организационно-практических мероприятий. В их числе подбор и расстановка кадров. По традиции, в ходе итогового оперативного совещания лучшие из лучших были отмечены особо. Определенные успехи в работе есть, но я не хвалюсь, потому что каждое уголовное дело требует доскональной и глубокой проработки. Но считаю важнее уважение коллег, граждан, с которыми приходится работать. Поэтому мне хочется сказать благодарность, слова благодарности своему руководству, коллегам, родным, которые меня воспитали, привили определенные черты моему характеру, которые помогают в работе. Я думаю, все это в целом, в совокупности послужило тому, что по итогам 2016 года я заслужил такого высокого звания «Лучший следователь в области». В 2016 году, равно как в ему предшествовавших, работа следователей Брещины включала в себя и социальные проекты. Специалисты ведомства проводили благотворительные акции в учреждениях образования, в том числе и специализированных. Всего было охвачено порядка 380 детей. Участвуют следователи в мероприятиях, приуроченных к важным государственным праздникам и памятным датам. Не оставляют без внимания ветеранов Великой Отечественной войны. Все эти инициативы найдут продолжение в году наступившем, безусловно, в дополнение к основной деятельности. К слову, 2017 в органах следствия объявлен годом принятия дополнительных мер по защите прав и законных интересов потерпевших. А значит, это направление окажется в числе приоритетных. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.